мир вашему дому. Сегодня по народному календарю православных христианских праздник день Симеона и Анны. По церковному календарю православной церкви сегодня чтит память праведных Симеона, богоприимца и Анны, пророчицы, равнопостольного Николая Касаткина, архиепископа японского, благоверного князя Романа Углического, святителя Симеона, епископа Полоцкого и Тверского, святителя Игнатия Мариупольского, митрополита, пророка Азарии, мучеников Папия, Диодора и Клавдиана, мучеников Адриана и Евула, мученика Власия Кесарийского, Каппадокийского и другие православные святые имена, которые вспоминают в этот день. Поздравляем всех с праздником, всех, кто родился в этот святой день. Желаем здоровья, счастья и благополучия. Светлая память ушедшим в мир иной. Смущаю.